Завершается строительство Карачаевского группового водопровода. Представители регионального Минстроя и дирекции капитального строительства оценивают степень готовности объекта в 92%. Сегодня на месте проведения работ побывал Артур Мхце. В течение какого времени людям поступит вода вот по этому проводу? В течение 5 дней, мы, думаю, по этому объекту работы закончим и пустим воду населению. Работы на Карачаевском водопроводе начались в 2019 году. После завершения водой будут обеспечены 9 населенных пунктов, в которых суммарно проживают 26 тысяч человек с общей потребностью 12,5 тысяч кубов в сутки. В настоящее время специалисты регионального Минстроя и дирекции капитального строительства оценивают выполненные работы в 92%. Подключение объекта к этому водоводу уже завершено, дюкер подключен. В настоящее время вот за мной остается небольшой участок трассы, который нужно на территории площадки подключить. И в течение там нескольких дней мы уже по уже построенному водоводу подключим населенные пункты, которые питаются от существующего водовода, построенному еще в 2013 году. Основные строительно-монтажные работы на объекте подошли к завершению. Смонтированы резервуары, насосная станция, подпорные стены, магистральные водопроводы. Сейчас идет обвязка резервуаров, подключение магистральной и транзитной линий. Далее предстоит подключение магистрального водопровода к существующей сети аула Кумыш. На первых порах поступать в дома будет техническая вода, которая, впрочем, по словам экспертов, полностью соответствует химическому составу воды питьевой. В ежегодных пославиях главы региона он отдельным вопросом это ставит на повестку, ставит это в работу, соответственно, курирующим министерством, ведомством, проводит отдельные совещания с подробным разбором проблематики и способов решения с правительством Карачаево-Черкесской республики. По его поручению республика активно принимает участие в реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода». В целом за последние 5 лет в Карачаево-Черкесии введены в эксплуатацию 5 водозаборных сооружений. В 29 населенных пунктах построены сети протяженностью 207 километров, что составляет около 10% от общей протяженности сетей водоснабжения в регионе. Также в текущем году реализуются 4 проекта водоснабжения. Все они находятся на разной стадии реализации. На одном из них в Дружбе в скором времени начнутся строительно-монтажные работы, которые позволят снять проблематику, накопившуюся у жителей этого села, а также населенных пунктов Заречный и Псыш. Артур Мхце, Михаил Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.